обязательно заказывайте консультацию. Это очень интересно. Вы по-любому будете очень удивлены результатами, шокированы. После своего примера совсем по-другому вы эту информацию скажете. Но что касается еще вот этого семинара, то в принципе девушки, у которых нет избранника, сегодня они уже получили такие напутственные слова о том, на что же стоит обращать внимание в выборе избранника, вообще в поиске его. Поэтому они, в принципе, уже могут с чего-то начинать. Ну, как бы да, если есть конкретная задача, и ты приходишь, то ты можешь получить конкретный ответ. Это очень хорошо. Когда ты идешь просто так, для какого-то расширения кругозора, это одно. Когда у тебя есть определенная задача, то это очень